Кстати, сегодня на пустой магистрали снегоуборочная машина и внедорожник не смогли разъехаться. В результате ДТП в центре Тамбова сегодня ночью пострадали 2 человека. Авария случилась на площади Ленина в 4 утра. На пустых улицах ночного города внедорожник столкнулся со снегоуборочным ЗИЛом. Спецтехника расчищала дорогу по Карла Маркса, двигаясь на площадь. «Хонда-пилот» спешил по Интернациональной от железнодорожного вокзала. По предварительной версии, преимущество движения было у иномарки. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хонда-пилот» двигался по улице Интернациональной. В этот момент на улицу Интернациональной с улицы Карла Маркса выехал автомобиль ЗИЛ, который осуществлял уборку снега на площади Ленина. В результате непредставления преимущества движения пострадали 2 участника дорожного движения. Скорая помощь увезла пассажиров «Хонды» 2 жителей Котовска. Иномарку покорежило настолько, что своим ходом она не могла двигаться. Позже ее отвезли на эвакуаторе. Автоинспекторы призывают более уважительно относиться к уборочным машинам. Не стоит забывать, что часть внимания водителя спецтехники занимает уборочный процесс.